колоссальная. Мы, группа ЛСР, постарались спроектировать и построить здание таким образом, чтобы жизнь будущим студентам в этом общежитии была комфортная, быт был абсолютно незаметен, и чтобы ребята могли сосредоточиться только на учебе. Пару слов о здании. Здание у нас получилось умное, то есть здесь предусмотрены все инженерные системы по последнему слову техники. Стоит станция повышения давления, которая регулирует уровень подачи воды. Предусмотрены системы вентиляции в ячейках, которые приточный воздух подают и, соответственно, удаляют уже отработанный воздух. Система регулирования тепла, система дымоудаления, система пожарной безопасности, современные лифты. То есть все сделано для того, чтобы человек не замечал свое проживание и пребывание здесь. Событие достаточно знаковое. Благодаря национальному проекту образования у нас появилась возможность профинансировать строительство этого общежития. Стоимость квадратного метра у нас получилась уже готового 48 тысяч рублей. Поэтому новое общежитие на 1328 студентов готово будет 1 сентября принять учащихся Уральского федерального университета.